моей команды все, можно садиться. Хорошо? То есть не пытаемся сесть подвеску раньше, чем нужно. Ручку под коромысло и за эту руку. Ага. И здесь отпускай. Нет, 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 нужно под коромысло. Я понял, тебя сейчас, подожди, сейчас сделаем. Ага, вот. Ага. Ой. Так, упс. Что, так, Данил, соскочила петелька. С той стороны подойди. Ну, обидно будет, если где-то шлепнется. Нет, удержит, она удержит, я думаю, но... У нас тросик где-то недалеко есть. Если ее так только обвязать. А изолента с чем-нибудь сейчас обвязать? Ты так удержишь, что не удержишь? Ну, в принципе, удержишь. То есть возьми его вот так вот крепко, держи на старте. Возьми себе в руках, запихай. Подожди, только руку под коромысло. Под коромысло, за ручку. Нет, под... покажи, Вань. За ручку. За ручку. И вот. Вот здесь вот, вот отпусти сейчас, вот, держи. Ага, вот так вот. Все, отлично. Потом сядешь и спокойно ее возьмешь. Просто на старте смотрите внимательно. Если она вдруг отпустит, упадет, куда упадет. Вань, поправь. Ага, спасибо. Не знаю, что ты держишь. Сколько там это стоит? Шаг назад. Чуть вперед. Вот так. Бежим на фал. Куда фал будет натягиваться, туда и бежим. Хорошо, Настя? Настя, Настя, сядет? Смотаешь этот трос? Я просто... Вань, а у меня камеру включил? Вань, запускай. Повторишь? Можешь смотать, чтобы я борот не надел? Запускай. А Юра, наш тандем, дело сапожников, готов, пошел. Ты меня проведешь там наверху, корректируй, где облака будут. Дело сапожников, на чем, кто, чего, ничего не сказали. Сказал, что готовился Дима Сапожников на градиенте в тандеме, тандем кроет. Это было до ученика, сейчас запишу, секунду. Настя, а как тут высоту ему выставить? Ну, по максимуму, если что, там я в команду. Ну, выше могу. А как его включить? Стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп. Даю. Поставь мне его. Так хотя бы посмотреть. Ты вот здесь фактическую высоту можешь выставить? Сейчас я покажу. Раз. Ну. Я его забрал, ты включишь, что ли? Я его вообще не трогал. Я не знаю, как я не трогал. А, там мема была. Ну. О. Вот Alt-3 нижняя. Это фактически. А, вот это все фактическое. Ага. Ага. В общем, садимся вот так, когда команда. Да. Пошел. Стоим, бежим, садимся. Едем. То есть даже когда показал, что можно сесть, не садимся до моей команды. Хорошо, Настя? Стоим сейчас, натяжечка идет. Стоим, стоим, стоим. Пойдем потихонечку. Сидишь? Камеру на себя можешь направить, руки отпустить. Ага, все, спокойно. Thank you.
вижу, Ваня. Я иду с упреждением вправо. Выравниваю его. Теперь ищем точку посадки. А вон сейчас по дороге пойдем с дырочкой. И как раз придем к точке. Ну как, Настя? Смотри, как между облаками, да? Внизу облака и сверху облака. Мотай, мотай. А, вон наша точка. Видишь, нет? Вон, видишь, белая машинка такая стоит. Вон, если посмотреть, вот смотри, правее сейчас. Вот справа, смотри, видишь? Видишь? Вон там. Вон звезда, видишь, да? Как, Настя? Страшно? А? Или классно? Отлично. Вон наш старший внизу. Видишь, нет? Перед посадкой также встаем, как на взлете. То есть полностью встаешь из подвески и стоя будем садиться. Хорошо? Не сидя. Я тебе дам команду метров за 10 до земли. А? Нет, держаться не надо. Раз, попу вперед вытягиваешь, как с табуретки встаешь. Я тебе помогу. Я немножко ее наклоню, и ты просто... Просто выпрямляешься, понятно? Да, да, вот так же через коромысло их и держишь.
Настя, встаем. Выпрямляйся, выпрямляйся, не бойся. Выпрямляйся, все, вот так вот стоишь. Отлично, спокойно. Спокойно. Встаем, 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 встаем. Идем немножко вперед, левее, левее. Левее, левее. Вправо вот так вот разворачиваемся. Все, стоим, 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 стоим. Ага, отлично. Стоим, стоим, стоим. Молодец, все. Ну как впечатление? Скажи на камеру что-нибудь. Клево. Ну клево, значит клево. Думаю, что, наверное, немножко есть, да? Только руки. Ну, руки у меня тоже замерзли. А так тепло сидеть. Не страшно? Нет. Лучше, чем сноуборд, нет? А? Ну, это разное ощущение. Аккуратненько. Когда, ну, поворачивать. Венговеры, когда качал, да? Классно или страшно было? Нет.